Новгородские подводные археологи не только заняты поиском древнего великого моста на дне Волхова. Новые технологии помогли им найти и вернуть утраченный в прошлом веке исторический памятник – межевой камень. Две экспедиции в 79-81 году пытались его найти, вот, и не нашли. Я особенно не рассчитывал на успех, но, проходя мимо этого места и отсканировав дно гидролокатором бокового обзора, обнаружил действительно какой-то объект. Водолазное обследование показало, что это валун. На нем выбит выпуклый такой крест восьмиконечный на Голгофе. Сомнений не оставалось. Это и есть тот Юрьевский межник. И с помощью городского предприятия «Водоканал» мы его в течение одного дня, в общем-то, извлекли из-под воды и установили на том месте, где стоял Пантелеймонов монастырь. И вот именно грамота указывала на размежевание земель, отдавая часть земель как этому уже несуществующему Пантелеймонову монастырю. Теперь этот камень вот находится на территории музея-заповедника Витославлицы.